Челнинка Альфия Хакимова живет в Турции с начала 2023 года. В жаркую страну девушка переехала по работе. По словам Альфии, землетрясения у них происходят часто. По бальной системе они низкие, ощущаются в основном как вибрации. Последнее ЧП произошло за несколько сотен километров от места жительства Альфии. Естественно, все в шоке, все в стрессе, все помогают. В каждом крупном городе Турции находятся гуманитарные точки, куда привозят местные жители еду, теплые вещи, спальные вещи. Во всей стране сейчас объявлен траур. По словам туроператоров, Турция всегда была любимым местом отдыха жителей Татарстана, в частности челнинцев. Ввиду последних событий, те, кто приобрел путевки, буквально разрывают телефоны турагентов. Есть некоторые волнения, но в нашем агентстве аннуляции отказов по Турции на данный момент нет. Все-таки стоит понимать, что землетрясение не затронуло туристические зоны. Есть люди, которые действительно пользуются программой раннего бронирования и покупают заранее путевки. У них спрос не изменился. Но их не так много. За последние 3 года очень сильно изменилась динамика. По словам челнинских туристов, в Турцию продолжают приезжать спасатели из других стран. Также организована работа волонтеров по сбору гуманитарной помощи. Христина Балабанова, Сергей Вильданов, новости Челны ТВ.